Добрый день, меня зовут Алена, я из города Екатеринбурга, врач-стоматолог общей практики. Сегодня я побывала на замечательном курсе Константина Ронкина, и эта лекция была для меня очень полезной, которая прошла на одном дыхании. Первая половина была практическая, теоретическая часть, вторая была практическая, где я была подопытным кроликом в системе апробации TENS-технологии, которая выявляет ранние проблемы, дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. Для меня это оказалось полезным, потому что это можно использовать, диагностировать и вовремя направлять к специалистам. Вот. Отдельное спасибо организаторам Мегасто, которые провели достойный мастер-класс на международном уровне. Спасибо большое.